Не могла бы ты поехать со мной в дом моего отца? Побудешь немного там, а потом уедешь. Но что я буду там делать? Жениться. Точнее, он женится. Я один не справлюсь. Могу я поцеловать невесту? Знакомьтесь, Лаура. У нас теленок с двумя головами. Интересно? Конечно. Это ужасно. Долго вы вместе? Прилично. Какой ты, однако, счастливчик. Вырос в зоопарке. Моя сестра Калин. Привет. Привет, сынок. Не думал, что увижу тебя снова. Я тут. Я лягу на пол. Но кровать большая, места хватит. Или ты боишься, что кто-то что-то... Береженого Бог бережет. Дело в свадьбе. Пегги не хочет. И все это прямо накануне. Может, ты хочешь? Я? А что, отец? Не знаю. Назад! Назад! Открой! Что, сдали нервы? Она ягненок в овечьей шкуре. Отстань от нее. Этому зоопарку не хватает твоей заботы. Но ты где-то там, а я здесь один! Когда уже появится доверие в этой семье? В каждом детском поступке заложено желание быть любимым в семье. Но тяжелее всего найти того, кого мы любим больше нашей семьи.